Не, мужчина, который требует с женщины деньги, это не мужчина, это конченое говно. Мужчина должен всегда тратить последние деньги на свою женщину. А тот, кто просит от девушки деньги, тот не мужчина. Если мужчина, значит, девочку куда-то приглашает, то все полностью расходы мужчина обязан на себя взять. Если мужчина зовет девочку жить к себе, значит, он обязан полностью обеспечить ее жильем. Ясно? Да. Все. Мужчина должен обеспечивать свою женщину. Никак иначе. Тот мужчина, который просит напополам, либо просит вообще деньги со своей женщиной, это не мужчина, это грязь, тряпка, мусор.